Доброго времени суток всем, меня зовут Игорь Шаститко, и сегодня мы поговорим на этом вебкасте о том, что вы, может быть, слышали или не слышали, видели или не видели, и называется Fuzzy Labs Docs для Facebook. То есть недавно, совсем недавно, буквально пару дней назад, может быть, до недели назад, в зависимости от того, как и когда вы смотрите мой вебкаст, в конце апреля, в 20-х числах апреля появилась информация о том, что Microsoft запустил облачный сервис по работе с онлайновыми вордовскими документами, встроенный в Facebook. То есть все очень просто. Ребята написали фейсбуковое приложение, которое обращается к онлайновому сервису там где-то в майкрософтовском облаке офисном, который называется Business Productivity Online Services. И, соответственно, теперь пользователи Facebook могут успешно работать с такими приложениями, могут успешно обмениваться этими данными, какими данными, ну, имеется в виду офисными документами Word, Excel, SharePoint, PowerPoint и тому подобное. То есть, как это выглядит? Вот у меня мой профиль Facebook. Все очень просто. Я захожу на тот же Facebook, только с адресом Docs, и получаю информацию о Docs'е. Здесь можно почитать, посмотреть, чего люди там рассказывают, чего показывают, пригласить коллег, познакомиться поближе с приложениями типа Docs. А далее все очень просто. Вот мы на страничке. Если у вас профиля в Docs'е еще нет, то вы делаете Sign Me Up, используя, собственно, аккаунт в Фейсбуке, подключаетесь, вас попросят invitation number, да, то есть номер приглашения, который позволяет вам работать с Docs Beta. А если как бы вы напишете достаточно explanation, то вы его получите. Если у вас уже есть, то вы можете просто начать работать. Что значит начать работать? Очень просто. Вот мои документы, которые здесь есть, да. Есть фотки там или документы друзей, которыми они работают, и возможность добавить какие-то свои приложения непосредственно уже в систему. My Documents, обратите внимание. Так, что-то они сделали. Так красиво все работало. И вдруг все пропало, да? Вот My Documents, обратите внимание, я подключаюсь к... Ох, восстановилось. К вордовскому документу, уже существующему, который я сделал ранее. Здесь мы видим все очень просто, да, то есть как бы это демо, это вставленная фотография, это мой код Bluetooth, да, а где код Bluetooth, а кота Bluetooth нет, поэтому я могу очень запросто сделать очень простую вещь, сказать, отредактировать документ. Не пройдет и пары секунд. Раз, два. Прошло пара секунд. Ну, чуть быстрее. Давай, разгоняйся, птичка. Разгоняйся и взлетай. Все-таки, чтобы не говорили, а переход в облака в таких странах, где еще интернет не очень развит, да, то есть у меня вот 1 мегабит из дому в мир, но что-то не видно радости в доксах на предмет работы. Вот, подгрузился. Сейчас запустится, собственно, приложение для редактирования. Это будет JavaScript страничка. Word Editor, обратите внимание, как красиво это называется. ASPX. И вот мой документ. Стандартные операции, больше-меньше, стили, возможность добавить в документ некоторые табличку, там, picture, просмотреть и тому подобное. Все очень просто, быстренько, небрежненько. Так, ага, это не котяра Bluetooth. Так, что это такое? Удалим. А добавим кота. Говорим добавить pictures. Открывается соответствующий документ. Смотрим пикчеры, которые у меня тут имеются. Я думаю, что так будет лучше, если это я посмотрю в стиле
Но есть целый раздел Bluetooth. Ого, тут громадные документы. Что-нибудь поменьше есть про нас с нашим Bluetooth? Нет, мне не жалко, но 6 мегабайт заливать сейчас в презентации как-то тоже не очень радостно да будет. О, ну будет, соответственно, и код, и супруга. Добавляем. Вот Bluetooth, вот супруга, напишем здесь и супруга вдали. Готово. Что я могу сделать дальше? Я могу расшарить этот документ, обратите внимание. Я могу предоставить только своим друзьям, я могу предоставить только отдельным друзьям, и это будет отправлено соответственно. Я могу предоставить права на редактирование тем людям, которые я хочу. Я могу написать у себя на стене то, что мне нужно для комментария этого документа. Все, осталось только сохранить документ, и мы получаем, соответственно, такой документ. Все просто, сказки обман. Вот мои документы, обратите внимание, новый документ. У меня есть тут список документов друзей, можно открыть, соответственно, и документы друзей, посмотреть, что они там понаделывали. Вот оно плавненько загружается. Загружается и... Да, загрузилось, вот эти презентации, 12 слайдов. Можно посмотреть, что там за слайды. Клиентская валидация. О, гляньте, что-то там такое есть. Слайды с 12-го. Другие изменения. Какие же другие изменения? Ой-ой-ой, сколько мелким текстом-то. Бедные программеры, как они живут с этим? Помощники поддерживают байты, систем, дот, линки, дот, байнери. Декодирование в B64 строки. Конечно, тяжело с таким жить. Ладненько, оставим в покое разработчиков, посмотрим слайд-шоу. Ага, просит попаповский этот, ну ладно, не будем попапить.